промышленном районе завершают работы по ремонту дорог между лицеем «Технический», школой номер 49 и дворовыми, проездами домов 198 и 230 по улице Воронежской. К началу учебного года жители смогут комфортно добираться до своих домов и образовательных учреждений. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава района Данил Морозов. Ремонт тротуара по улице Калининградской на финальном этапе. Укладка асфальтобетонного полотна выполняется на участке от улицы Зеленой до улицы Фасадной. Об этом в своем телеграм-канале информируют жителей и гостей Самары Департамент городского хозяйства и экологии. В телеграм-канале Куйбышевского района показали, как выглядит строящийся детский сад номер 3 в Долотном переулке. У каждой группы своя игровая комната, спальня с кроватками, умывальники и обеденная зона. А на стенах много детских рисунков и наклеек. Ранее губернатор Дмитрий Азаров поставил задачу создать все возможности, чтобы на территории региона росли талантливые дети, создавать условия для их развития и самореализации. За последние несколько лет в регионе открыли 57 детских садов. 18 зданий вернули в систему образования по поручению главы региона. Представителям старшего поколения очень важно чувствовать себя нужными, видеть заботу о себе и самим приносить пользу. Городские власти делают все возможное, чтобы поддержать их в этом, пишет телеграм-канал Департамента опеки, попечительства и соцподдержки администрации Самары. В областном центре предусмотрено несколько направлений социальной поддержки старшего поколения: материальная помощь и социальные выплаты, организация полезного и интересного досуга, организация спортивно-оздоровительных мероприятий, санаторно-курортные курсы лечения и оздоровления, социальное такси. С информацией обо всех мерах поддержки старшего поколения можно ознакомиться на странице департамента.